Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами разберем сразу три узора, ну и можно сказать четыре, потому что это может быть как узор, и это может быть кайма. Я увидела это решение вот в такой красивой кофте-разлетайке. Она сейчас на экране, как вы видите, да. Ее мы можем с вами связать с любой пряжи. Это может быть и хлопок, но так как у нас сейчас уже осень, ближется, да, зимний период, поэтому вполне вероятно мы можем с вами связать ее с шерстяной ниточки или полушерстяной, одевать ее на любой там гольфик и выглядеть очень стильно. Хотя это может быть как хлопковый вариант, льняной вариант. Почему? Потому что и летом, да, мы тоже с вами можем одевать ее в случае, ну, под брюки, под какую-то длинную юбку. Я так думаю, что тоже будет очень красиво смотреться. Итак, кому понравилась идея, присоединяйтесь. Мы сейчас с вами свяжем. Схема и выкройка этой разлетаечки у нас с вами будет в группах. Итак, мы с вами начнем с выкройки и со схем. У нас здесь с вами три простых схемы. Вот, давайте сначала разберемся. Вот наша выкройка. Да, мы с вами вяжем два полотна, переднее и заднее. И на поплечевому шву у нас идут вот эта вот схема, которая соединяется между собой, идет на переднюю полотнище и на заднее полотнище. Вот здесь у нас как бы плечевой шов идет. И вот эта, скажем так, кайма у нас идет до как бы серединки нашего рукава. Вот сейчас вы видите кофту, если вы присмотритесь, да, то там хорошо видно, где у нас оканчивается вот эта вот кайма. И у нас с вами есть вот такая вот схема и узор. Узор тоже очень простой и одновременно схема, которая позволяет нам добавлять вот и выходить на вот этот вот как бы рукав летучая мышь. А в этом вот в плечевом шве мы с вами добавим, пришьем или привяжем вот эту кайму, которая была на предыдущем листочке. Сегодня я хочу с вами разобрать все три узора. Надеюсь, что будут не длинные видео. Почему? Потому что узоры простые, буквально несколько слов, и все будет понятно. Итак, начнем. Для образца я набрала 38 воздушных петель. И раппорт у нас составляет 7 петель. Вот видите, вот отмечено у нас окошком. Теперь мы с вами набираем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И вот от края считаем. Видите, у нас 1, 2, 3, 4. И в пятую петлю я делаю накид и провязываю столбик с одним накидом. Мы к ряду подряд провязываем еще 2 столбика. Итого у нас их должно быть 3. 1, 2 и 3. Итак, вот мы с вами сделали 3 петли подъема и провязали 1, 2, 3, 3 столбика рядышком, петлю в петлю. Теперь вот 2 воздушных петли, 2 накида, и мы возвращаемся с вами в этот же столбик, который только что провязывали, и вяжем столбик с 2 накидами. Накид на основании отсчитываем 1, 2, 3, 4. В четвертую петлю мы вяжем с вами столбик 1, следующую петлю 2, 3 и 4 столбики. Четыре столбика провязали. 2 воздушных петли, 2 накида. Возвращаемся мы в последний столбик в основании и провязали столбик. Накид 1, 2, 3, 4. И вот наша четвертая, да? 1, 2, 3. Вот четвертая петля. Мы в нее зашли. Столбик 1, 2 и 4.
То есть мы с вами все повторяем. 2 воздушных петли, 2 накида и сюда. И довязываем с вами наш ряд. У нас должно быть 6 вот таких вот наборов столбиков. Итак, мы с вами связали вот первый ряд. Завершили мы его с вами 4 столбика. Повернули наше вязание. И мы вяжем опять-таки 1, 2, 3 накид. И провязываем наши столбики, столбик в столбик. Узор очень простой, но им можно связать не только, допустим, вот эту вот кофту-разлетайку, или как она правильно называется. Так, вот мы с вами провязали столбики. Теперь опять мы вяжем с вами 2 воздушных петли, 2 накида, возвращаемся в этот столбик. То есть у нас будет как бы 2 полосы. Да? Одна полоса ровная столбики, а другая полоса идет зигзагом. Накид и провязываем столбики. Далее у нас все идет очень понятно, все по рисунку. Вяжется легко. Ну, вот мы с вами провязали 4 столбика. Смотрите, 1, 2, 3, 4. 2 воздушных петли, 2 накида. И возвращаемся вот в последний столбик в основании. Провязали столбик с 2 накидами. Накид и опять столбики. Провязываем до конца ряд. Вот что у нас с вами получается. Итак, вот смотрите, мы с вами провязали весь ряд и завершили его опять-таки столбиками. Опять мы с вами поворачиваем, провязываем столбики. И у нас пойдет опять-таки между направляющими столбиками из 4, да, будет такой своеобразный зигзаг. Сейчас мы посмотрим. Вот 4 столбика связали, 2 воздушных петли, 2 накида и возвращаемся сюда. Накид и опять столбики. Вот мы с вами видим, да, столбики и вот такой внутренний зигзаг. То есть узор очень простой, им вяжется вот это основное полотно. Сейчас я провяжу немножко, и мы с вами перейдем уже на другой узор. Хочу показать момент там, где у нас на схеме показано, как мы с вами можем увеличивать наше ровное полотно. Вот у нас есть ровное полотно, но нам нужно с вами сделать вот увеличить его как бы для рукава, сделать как бы летучую мышь называемую. Да? Вот смотрите. Вот мы ровненько с вами вязали, и вот этот ряд у нас мы с вами провязываем слева направо, то есть мы его завершаем. Если бы мы с вами завершили его, мы бы провязали бы вот столбик в столбик, 4 столбика, и завершили, да, но мы с вами делаем еще воздушную петлю, и в третью петлю подъема мы с вами провязываем столбик. То есть мы с вами должны вот завершить вот наши 4 столбика. Да? Вот смотрите. 1, 2, 3, 4. Теперь я делаю одну воздушную петлю, накид. И в эту же петлю провязываю еще один столбик. Да? Вот у нас уже сразу видно, как у нас пошло увеличиваться на рукав. Повернули вязание и смотрим, что у нас. А здесь у нас... Опять-таки, видите, столбик один сделан, 2 воздушных петли, и мы с вами делаем вот, ну, в принципе, как бы и некуда, да? Мы делаем с вами 1, 2, 3, 2 воздушных петли, 2 накида, и как бы у нас этот последний столбик, мы в него зашли, у нас тут очень хорошо пойдет увеличение, накид и вот наши вот 3 столбика. Вот не знаю, как мне кажется, что в общем-то по схеме все можно понять, и тем более если вы начнете вязать, вы поймете, как работает именно этот узор, и вам будет достаточно просто увеличивать в тех местах, где вам нужно. Вот видите, мы с вами сделали небольшую, теперь можно там провязать несколько рядов, не увеличивая, да? Потом опять сделать небольшое увеличение
И так постепенно оперируя, обращая внимание на эту схему, вы можете связать вот эту вот, так сказать, летучую мышь. Итак, мы с вами разобрали вот такой вот простой узор для основного полотна нашей кофты. Как добавлять, я показала, и вы ориентируетесь на схему. Точно так же мы с вами и убавляем вот здесь, да, мы не довязываем какое-то количество по ряду, и у нас идет вот этот скос. Теперь мы с вами должны посмотреть, как мы вяжем следующий узор. Этот узор, который у нас идет вот тут вот по плечевому шву, да, другой узор и вот такая в виде оборочки, вот эта оборочка, которая соединяется вот здесь по шву. Вот я провязала столбиками без накида весь свой край. И теперь на этот край буду начинать вязать этот узор. Вы можете сделать точно так же или же отдельно связать и потом пришить как-то. Что из себя представляет следующий узор? Тоже элементарно прост. Если посмотреть на схему, мы с вами делаем вот 4 петли подъема и через 2 петли вяжем. То есть получается вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмую петлю мы с вами вяжем столбик и еще 2 ряда. То есть 3. 3 воздушных петли и 3 на основании, 3 столбика. 3 воздушных петли, пропустили 3 на основании, 3 столбика. А следующий ряд, там где у нас были столбики, мы с вами вяжем воздушные петли. Там где были воздушные петли, мы на них провязываем столбики. То есть вот такую вот делаем с вами шахматку. Достаточно распространенный узор, но смотрится он, как вы видите, очень хорошо. 1, 2, 3, 4. Накид. Мы теперь еще с вами вот 2 петли пропускаем и провязываем вот столбик. 1, 2 и 3. Провязали. 3 воздушных петли накид на основании или на цепочке, которую вы свяжете. 1, 2, 3, 4. Потому что там все-таки 3 петли, значит, они должны соответствовать. И 3 столбика. 3 петли. 1, 2, 3. Накид. 1, 2, 3, 4. И так, в принципе, довязываем весь ряд. Итак, смотрите, мы с вами первый ряд провязали. У меня здесь не нужное количество петель, допустим, да, но мы с вами все равно как бы два раппорта у нас поместятся оборки. Поэтому мы с вами повернули наше вязание. Вот видите, вот 3 воздушных петли подъема. Так, коль мы с вами сейчас вот в этом месте будем вязать столбики, а здесь у нас с вами были воздушные петли, поэтому делаю воздушную петлю еще, которая замещает столбик, и под арку провязываю 3 столбика с одним накидом. Вот так вот, да? 3 воздушных петли, накид, и мы с вами переходим в следующую арку, и в нее 3 столбика. Вот еще один простой узор. 3, 1, 2, 3, накид. И зашли в следующую арочку. Вот так. Я довязываю до конца. Итак, я провязала вот несколько рядов. И вы видите, как у нас в шахматном порядке мы вяжем то ли столбики, то ли воздушные петли. Тоже очень простой узор. И очень красиво смотрится. Видите, два узора у нас. У нас остался последний узор. Это вот как бы кайма. Кстати, вот она, видите, она смотрится так, что ее можно даже использовать в любом каком-то вашем изделии, как кайма. Начинаем мы с вами вот, по крайней мере, показано у нас два столбика. У нас тоже вот два столбика. И мелко, конечно, показана схема. Вяжем 2 воздушных петли. Я перехожу под арку, вяжу столбик без накида. И теперь вяжу 1, 2, 3, накид. И вот под вот следующую арочку я провязываю 1 столбик, 1 воздушная петля накид и еще 1 столбик.
Сколько тут петель? Вот дальше у нас идет как бы арочка из какого-то количества петель. Вы знаете, я предлагаю сделать 5. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик. Одна воздушная петля и еще один столбик. Вот что мы с вами получаем. Далее мы с вами вяжем 1, 2, 3. И вот под следующую арку вяжем столбик без накида. Кое-как бы мы с вами закрепили вот начало нашей первой части каймы. Да? Далее, если давайте посмотрим вот на схему. Даже я неправильно соединилась. Я соединилась вот с этой стороны. Нужно соединяться ближе вот к этому краю. Да? То есть можно даже зайти в саму петельку. Ближе к этому краю соединиться. Здесь-то мы с вами тоже вот соединили с этого края, значит, и здесь с этого соединились. И теперь вот это вот здесь идет маленькая арочка над вот этими столбиками. Мы с вами провязываем арочку. Но думаю, достаточно 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И тоже столбик без накида. Видите? И далее опять 1, 2, 3, накид. И вот наша арка, в которую мы с вами провязываем вот следующий веер. Да? Столбик, воздушная петля, столбик. 1, 2, 3, 4, 5, накид. И в эту же арочку еще 2 столбика через одну воздушную петлю. И как говорили, через 3 петли, 1, 2, 3, вот с этой арочки в третью петлю мы с вами столбик без накида как бы закрепляем вот следующую нашу вот начало веера. Да? Далее, что мы с вами делаем? Мы делаем с вами 1, 2, 3, закрепляемся под аркой. 1, 2, 3, накид. И вот у меня хватило на следующий веер, но я думаю, он у нас будет неполным. 1, 2, 3, 4, 5, накид. И вот 2 веера, 2 столбика через одну воздушную петлю. Накид. И вот так вот. Видите, как бы закрепиться нам с вами через 1, 2, 3. У нас с вами здесь нет вот этой арки, поэтому я сделаю вот такой прикреп. Да, то есть вы понимаете, где мы с вами закрепляемся. А когда вы рассчитываете, то вы должны четко понимать по количеству петель просчитать наш раппорт. Я довязала здесь, скажем, ну, не совсем соответствует тому, чему нужно, но для того, чтобы вам показать, как должно быть. Смотрите, начало и конец нашей вот этой каймы должен быть вот как бы с вот этих арочек маленьких, которых мы сделали здесь, да? Поэтому я здесь совсем некорректно это сделала. Но вы делаете расчет таким образом, чтобы у вас именно поместился весь раппорт. Да? А раппорт наш получается однозначно, вот будем говорить так вот, отсюда до сюда, то есть до центра захватывает весь вот этот вот пролет. То есть если посчитать по петлям, то это будет вот 1, 2, здесь 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 петель у нас будет, да. Вот, кстати, вот здесь и написано 18 петель раппорт. Итак, я сделаю сейчас одну воздушную петлю подъема, сделаю столбик без накида, как бы вот эту арочку, воздушная петля и провязываю еще столбик без накида в арочку. Теперь 2 воздушных петли, накид. И вот наши столбики. Я в этот столбик, прям захожу, провязала столбик, петля, накид, столбик. И вот у нас с вами идет большая арка, которую мы сделали 5 петель. Я сделаю одну воздушную петлю, накид, и провязываю вот столбик 1 через одну воздушную петлю, второй столбик.
3 воздушных петли, накид, и в эту же арочку провязываю еще 2 столбика. 1 петля и 2. А следующие столбики у нас повторяются по рисунку. Вот видите, вот 1 воздушная петля и 2. Сейчас покажу, что у нас в итоге вышло. Вот что у нас с вами получается. И вот дальше у нас идет с вами вот эта маленькая арочка из 3 петель. Мы должны закрепиться в ней, да, для того, чтобы вот наш этот веер выровнялся. 1 воздушная петля. Мы следующий столбик без накида. Под эту же арку накид. И опять обвязываем с вами вот этот веер. Как мы обвязываем, вы поняли, да? Столбики в столбик, а в большой арке 4 столбика у нас, 2 через 1 воздушную петлю, затем 3 и опять 2, и переходим мы с вами дальше. Итак, обвязали мы с вами все наши веера, и хочу опять остановиться на завершении нашего ряда. Здесь у нас 2 воздушных петли, вот здесь у нас с вами арочка. Столбик без накида, 1 воздушная петля и еще один столбик без накида. И так мы с вами вот как начали, так и завершили ряд. Повернули вязание. И теперь давайте посмотрим схему. Вот мы здесь делаем 4 петли подъема и провязываем. Видите, вот все наши столбики. Вот первых 2, потом 4. А вот там, где у нас с вами были 3 воздушных петли, мы сюда вяжем еще 3 столбика и между ними тоже по 1 воздушной петле. Далее по рисунку, не знаю, 3 или 2 петли, и опять-таки закрепляемся. Здесь у нас была 1 воздушная петля, мы в нее закрепляемся. Опять-таки 3 петли и провязываем дальше наш веер. 1, 2, 3, 4. Накид. Ищем наши столбики. Первый столбик, воздушная петля. Вот второй столбик, воздушная петля. Третий, петля. Четвертый, да? Петля, накид. И вот в эту арочку вяжем с вами 1 столбик, воздушная петля, 2 столбик, воздушная петля и 3 столбик сюда же. Воздушная петля и опускаемся вниз. Провязываем до края. Провязали все столбики. 2 воздушных петли. И у нас, помните, вот здесь вот был маленькая арочка из 1 воздушной петли, и мы в нее провязываем столбик без накида. 2 воздушных петли, накид, и точно так же обвязываем следующий наш веер и до края. Итак, я ряд завершаю. Важный момент: обвязали всю вот наш веерок, теперь 2 воздушных петли, 2 накида, и вот в эту арочку из 1 воздушной петли мы провязываем с вами столбик с 1 накидом. Помните, что у нас здесь было 4 воздушных петли в начале. Так и завершили. Повернули вязание. И теперь смотрите, я делаю прямо с этой точки, делаю накид, захожу в первый столбик. И провязываю столбик с 1 накидом. 1 воздушная петля, столбик. То есть здесь мы вяжем с вами по рисунку. Столбик. Петля, столбик. Петля, столбик. Мы с вами только должны будем в самом центре немножко поменять. Вот видите, мы с вами довязываем все, а вот в самой центральной мы просто сделаем из одной вершинки 2 столбика.
Вот как раз он наш центральный. Я сделала одну воздушную петлю. Я зашла в этот центральный столбик, провязала один столбик, воздушная петля, накид, и в этот же столбик еще один столбик, воздушная петля, и далее мы с вами вяжем по рисунку, опускаемся в каждый из столбиков нашего веера. И так вот, что у нас с вами получается. Поднялись столбиками, в центральном сделали вот такое раздвоение и опустились. Теперь смотрите, как мы с вами переходим на следующий веер. Вот мы последний связали, я делаю накид и перехожу в первый столбик следующего веера. И все повторяю. И так вяжем до конца. Одна воздушная петля и все по рисунку. Завершили мы с вами вязать столбиком без накида, вот в четвертую петлю подъема. И вот что у нас с вами получается. Ну же, как бы даже кайма есть, ее можно просто обвязать и как вариант. Но в этой кайме у нас еще есть с вами и арки. Я вот сейчас сделаю одну воздушную петлю подъема и перейду в первую арочку столбиком без накида. 5 петель, 2, 3, 4, 5. И мы через арку зашли в столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Через арочку столбик без накида. Так. И теперь смотрите, вот наш центральный. Да, мы с вами делаем что? 1, 2, 3, 4, 5. Вот с этой стороны закрепились. И теперь опускаемся. 1, 2, 3, 4, 5. 5 через арку закрепили. 1, 2, 3, 4, 5 через арку закрепили. Вот как бы обвязали полностью весь веер. А дальше здесь непонятно на схеме, но все-таки, по-моему, есть одна воздушная петля. Мы с вами переходим вот в эту первую арку следующего веера и вяжем опять 1, 2, 3, 4, 5. И так провязываем с вами все наши веера. Вот как бы еще один вариант, да, каймы с веера, с арочками и без арочек. Вот что у нас уже с вами получается. И смотрите, последняя арочку мы с вами закрепились, а здесь одна воздушная петля, и мы вот самую первую петлю или последнюю закрепились, повернули вязание. То есть вот как сама по себе кайма, да, уже у нас готова. Но у нас с вами что? Мы должны с вами сделать вот такую ровную полосу для того, чтобы соединить именно на плечевом шве. Для этого мы с вами будем просто вязать вот столбики от 3 до 1 накида. 1, 2, 3, 4, 5. 3 накида. И вот в точку, где мы с вами закреплялись аркой, провязываем столбик с 3 накидами. 2 воздушных петли. 2 накида. И вот у нас с вами идет следующая арка. Мы под нее ближе к правой части или в первую петлю провязали вот такой столбик. 2 воздушных петли. Накид. Вот наша центральная арочка, видите, над вот этой птичкой. Мы, получается, с вами с одной стороны, как бы с правой стороны вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушных петли. И справа, с левой стороны тоже столбик. То ли в первую или в последнюю петли. 2 воздушных петли. Накид. Теперь мы ближе к левой стороне или в последнюю петлю вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушных петли, 3 накида. Или же в петлю или под арку столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Еще столбик с 3 накидами мы делаем. Вот здесь у нас с вами, помните, была одна воздушная петля. Мы под нее делаем с вами столбик. 3 накида и делаем с вами или же в первую петлю, или ближе к правой части, в первую арку следующего веера. И так провязываем весь ряд. Итак,
Вот мы сами выровняли ряд, да, что нам позволит соединить переднюю и заднюю половинку. Итак, мы с вами сегодня, смотрите, разобрали два узора, вот такой, шахматку и кайму. Все это можно соединить в очень красивую кофту-разлетайку. Все это можно применять в отдельные, как отдельные узоры для какого-то вашего проекта. Вот, пожалуй, все. На этом моменте хочу с вами попрощаться, пожелать вам творческих успехов. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч!